Не замерзайка с метанолом. Ярославские полицейские накрыли подпольный цех, где производили адское зелье для автомобилей. Ядовитое содержимое умело маскировали под обычный стеклоочиститель. Цех располагался на Полушкиной роще. Продукцию реализовывали в торговой точке. Полицейские изъяли и направили на экспертизу более 10 тонн продукции, расфасованной в 5-литровые бутылки. Метанол не имеет резкого запаха и очень схож с этиловым спиртом. В этом и есть основная опасность незамерзайки. Не имея резкого запаха, она незаметно отравляет. В производственном помещении сотрудниками полиции обнаружена и опечатана 20-тонная цистерна, в которой находился метанол. Изъятая жидкость направлена на исследование. По данному факту проводится проверка.